О текущей эпидемиологической ситуации в Десногорске и работе профильных отделений медсанчасти 135 сообщила заместитель руководителя учреждения Лидия Штаний. Здравствуйте, уважаемые жители города Десногорск. На сегодняшнее число в отделениях стационара, в инфекционном отделении стационара на госпитализации находится 25 человек с пневмонией, из них 6 с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Тяжелых и крайне тяжелых пациентов нет. В отделении реанимации пациенты с данным заболеванием не находятся. На аппаратах ИВЛ никого нет. Всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты медсанчасть обеспечена в полном объеме. На амбулаторном лечении находится 20 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Состояние их удовлетворительное, либо средней степени тяжести. С 6 июля мы возобновили проведение периодических и предварительных медицинских осмотров. Проводятся у нас медицинские осмотры для получения справки на оружие, работает водительская комиссия, работает комиссия по проведению обязательного психиатрического освидетельствования. При сохранении стабильной эпидемиологической ситуации и при улучшении этой ситуации мы планируем с 1 августа закрыть инфекционное отделение COVID, которое сейчас расположено в здании роддома, и после проведения заключительной дезинфекции, которая займет 2 недели, детская поликлиника возобновит свою работу в своем здании, роддом начнет работать тоже в своем здании, женская консультация заработает в обычном режиме. К сожалению, случаи выявления новой коронавирусной инфекции по Смоленской области еще имеются, поэтому прошу вас соблюдать все меры предосторожности, масочный режим. Всего вам доброго, будьте здоровы!